Это золотой CQB Master, золотой Colt 1911 пистолет, использует зеленый газ или же пропан. В общем, получил я его при своих полученных 100 хедшотов, ну и, да не, вру, я купил его на e-bike за 150 зеленых. Но если быть честным, то друзья подарили мне его на день рождения. В общем, да, стреляет он заебись. И свободен для такого оружия. Нет, блять, не стреляй, сука. Пошел нахуй, сука, отдай, говнюк. 13, 14, 15. Вмещает, в общем, в себя 15 пулек. Давайте наполним эту хуйню пропаном. Бля, нихуя не видно. Выкинь эту хуйню, блять. Там, короче, о, давайте-ка найдем баночку, чтобы пострелять в нее. Фу. Пиздец, блядь, что ли, только я не сделаю этого ебаного обзора. Даю этого пистолету 5 звезд из 5. Пошел нахуй. Ебать, ты охуел? Магазин сломался, сука. Прикинь, я, короче, вынул магазин с пистолетом, ну, он был пуст, и он, блядь, поломался. Что это за хуйня? Кусок говна. Пиздец. Когда магазин сломался, один чувак сказал мне, мол, купи новый магазин, проблем-то. Почем, 20 баксов? В пизду! Кусок говна. Все, да-да, блядь. Пошли. В пизду. Да ладно, не переживай, чувак. Никогда не покупайте VTEC. Во-первых, она дешевая, сделана из говна, и на их продукцию нет замены. Да не, шучу. Подписывайтесь на канал. Перевод от Денвера. Это первый перевод, так что не судите строго. Всем добра и сисик, и писик.